Всем привет, я фишмонгер Алексей. Многие задаются вопросом, как правильно открыть устрицы дома. Сегодня мы вам покажем. Вам понадобится емкость средней глубины или кухонная раковина, а также полотенце и устричный нож. Убедитесь, что у вас специализированный нож с широким и тупым лезвием и имеет заостренный конец. Сложите полотенце несколько раз и положите его на устойчивую, плоскую поверхность. Расположите устричную раковину плоской створкой вверх и зафиксируйте ее так, чтобы корешок выглядывал наружу. Возьмите нож в рабочую руку. Придерживая лезвие большим указательным пальцем, воткните его между створок раковины устрицы. Проверните нож до характерного щелчка. Проведите лезвием под верхней створкой раковины и подрежьте мускул в месте его крепления. Именно он держит створки сомкнутыми. Слейте первую воду и очистите устрицу от осколков, которые попали в нее в процессе. Не сливайте вторую воду, моллюски ее дают через несколько секунд. Она более мягкая и приятная на вкус, и ее выпивают вместе с устрицей. Отделите моллюск от раковины, подрезав нижний мускул в месте его крепления. Открытую устрицу надо съесть в течение 30 минут. Добавьте немного сока лимона или соуса. Выпейте через край. Жевать обязательно. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, не забываем про колокольчик и приходите к нам в магазины за устрицами.